Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители! Мы начинаем юбилейный концерт, посвященный 15-летию открытия специальности «Музыкальное искусство эстрады» Волгоградской консерватории имени Павла Алексеевича Серебрякова. В 2006 году в сугубо академическом музыкальном учебном заведении по инициативе ректора Арутюнова Дмитрия Рафаэловича был сделан первый прием на специальность «Музыкальное искусство эстрады». С тех пор молодые люди Волгоградской области и других регионов России получили возможность получать среднее и специальное музыкальное образование по видам эстрадное пение и инструменты эстрадного оркестра. А с 2013 года высшее образование по профилю эстрадно-джазовое пение. За 15 лет более 100 студентов получили образование и стали, не побоюсь этого слова, настоящими профессионалами. Сегодня на этой сцене вы увидите выступления как студентов, так и выпускников. Но прежде чем это случится, хочется отметить, что все 15 лет на результат работала целая команда профессорско-преподавательского состава кафедры эстрадно-джазовой музыки. Давайте подарим им аплодисменты, друзья. И в эту минуту на эту сцену мне хочется пригласить ректора Волгоградской консерватории, кандидата философских наук, профессора Осачу Ольгу Юрьевну. Встречайте! Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в нашем любимом, уютном концертном зале Волгоградской консерватории имени Павла Алексеевича Серебрякова. Сегодня у нас самый замечательный повод. Наконец-то мы дождались юбилейного концерта. Мы сегодня празднуем 15 лет с момента возникновения в нашей консерватории специальности «Музыкальное искусство эстрады». Очень радостно. Казалось бы, такой маленький юбилей, но такой огромный путь пройден с момента возникновения, с момента появления нашего первого студента. И с тех пор мы каждый год радуемся, приветствуем и гордимся нашими выпускниками. Конечно же, такой большой, радостный, творческий и удивительный путь невозможен без наших преподавателей. И прежде всего я хочу пригласить на эту сцену заведующего кафедрой эстрадно-джазовой музыки, кандидата исторических наук, доцента, профессора кафедры эстрадно-джазовой музыки Ольгу Станиславовну Ильичеву. Дорогая Ольга Станиславовна, мы бесконечно рады и приветствуем вас и в вашем лице всю нашу кафедру замечательную. Благодарим вас за замечательную, удивительную, фантастическую работу, за этот удивительный прорыв, который состоялся за эти 15 лет. И хочу сказать, что именно благодаря вам, вашему удивительному таланту руководителя, вашему потрясающему фантастическому умению собрать вокруг себя коллектив единомышленников, профессионалов, зажигаются эти звезды. Я хочу поблагодарить вас почетной грамотой и небольшим подарком. Почетной грамотой награждается Ильичева Ольга Станиславовна, заведующая кафедрой эстрадно-джазовой музыки и профессор, за высокий профессионализм, огромный личный вклад в дело сохранения и развития отечественных традиций эстрадно-джазового исполнительства. И в связи с 15-летием открытия специальности музыкального искусства эстрады Волгоградской консерватории имени Павла Алексеевича Серебрякова. Спасибо вам огромное! Поскольку на кафедре, как правило, новые идеи возникают за столом, за чашкой чая, мы вам дарим маленький сувенир, чтобы у вас было тепло. Спасибо. Не все. Нет. Безусловно, замечательные выдающиеся достижения невозможны без наших больших
мастеров и маленьких звездочек. Конечно же, это преподаватели, которых мы тоже хотим сегодня отметить. Почетная грамота вручается Воронову Анатолию Николаевичу, доценту кафедры эстрадной джазовой музыки, за высокие профессиональные достижения, значительный вклад в сохранение и развитие традиции эстрадно-джазового искусства и в связи с 15-летием открытия специальности музыкального искусства эстрады. Почетная грамота вручается Наумкину Андрею Геннадьевичу, доценту кафедры эстрадно-джазовой музыки. Андрей Геннадьевич, за высокие профессиональные достижения, за выдающийся композиторский талант. Почетной грамотой награждается Постоев Денис Викторович, наш выдающийся хореограф, постановщик. Денис Викторович, мы ему передадим. Почетной грамотой награждается Бондарева Елена Викторовна, доцент кафедры эстрадно-джазовой музыки, за высокие профессиональные достижения и значительный вклад в сохранение и развитие традиции эстрадно-джазового искусства. Почетной грамотой награждается Жура Михаил Владимирович, концертмейстер кафедры эстрадно-джазовой музыки. Михаил Владимирович, где вы? Почетной грамотой награждается Букин Михаил Евгеньевич, концертмейстер кафедры эстрадно-джазовой музыки, наш выдающийся бас-гитарист. Почетной грамотой награждается Пичушкин Сергей Александрович, концертмейстер кафедры эстрадно-джазовой музыки. Почетной грамотой награждается Головин Александр Юрьевич, концертмейстер кафедры эстрадно-джазовой музыки. Александр Юрьевич. Почетной грамотой награждается Егоров Сергей Анатольевич, преподаватель предметно-цикловой комиссии музыкальное искусство эстрады. Почетной грамотой награждается Коваленко Виктория Юрьевна, преподаватель предметно-цикловой комиссии музыкальное искусство эстрады. Коваленко Виктория Юрьевна. Приветствуем. Почетной грамотой награждается Соловьева Александра Юрьевна, преподаватель предметно-цикловой комиссии музыкальное искусство эстрады. Почетной грамотой награждается Наумкина Юлия Сергеевна, преподаватель ПЦК «Музыкальное искусство эстрады», за высокие профессиональные достижения и значительный вклад в сохранение и развитие традиций эстрадно-джазовой музыки. Почетной грамотой награждается Юнеева Елена Андреевна, доцент кафедры эстрадно-джазовой музыки, за высокие профессиональные достижения и значительный вклад в сохранение и развитие традиций эстрадно-джазового искусства и в связи с 15-летием открытия специальности музыкального искусства эстрады. Почетной грамотой награждается Герасимова Татьяна Михайловна, доцент кафедры эстрадно-джазовой музыки. Татьяна Михайловна, мы вас ждем. За высокие профессиональные достижения и значительный вклад в сохранение и развитие традиций эстрадно-джазового искусства. Наш бессменный хореограф. Почетной грамотой награждается Артюхович Юлия Васильевна, доктор философских наук, профессор. За высокие профессиональные достижения, педагогическое мастерство, многолетнюю творческую работу на кафедре эстрадно-джазовой музыки и в связи с 15-летием открытия специальности музыкальное искусство эстрады. Очень много авторской музыки Андрея Наумкина написано на стихи «Вербы».
Почетной грамотой награждается Рыгин Николай Васильевич, преподаватель предметной цикловой комиссии музыкальное искусство эстрады. Николай Васильевич есть? Мы ему передадим. Ну что же, дорогие наши друзья, хочу сказать, что сегодня, я надеюсь, мы получим большое удовольствие, но все-таки хочу пожелать вам прежде всего мира и добра. Сейчас это самое главное. Пожелание мира и добра в наши дни звучит как нельзя актуально. Нашу концертную программу мы начнем с песни «Сережа с Малой Бронной», созданной в 1958 году композитором Андреем Эшпаем на слова Евгения Винокурова о московских мальчиках, не вернувшихся с фронта в Великую Отечественную войну. Сегодня эту песню мы посвящаем памяти всех российских военнослужащих, не вернувшихся домой. На сцене Александра Соловьева, концертмейстер Андрей Наумкин, Сережа с Малой Бронной. В 2022 году российскому джазу исполняется 100 лет. История берет начало с первого джазового концерта под управлением Валентина Парнаха, который состоялся 1 октября 1922 года. С тех пор джаз стал неотъемлемой частью российской культуры. Отечественные джазовые музыканты внесли значительный вклад в развитие джазовой музыки в России и во всем мире.
В деле популяризации достижений российского джазового искусства домольно преуспела группа «Экстемпо», консерватории, в составе которой вошли известные в Волгограде музыканты. Авторские композиции руководителя «Экстемпо» Андрея Наумкина составляют основу репертуара группы и отмечены на престижных джазовых конкурсах. На сцене лауреат международных и всероссийских конкурсов группа «Экстемпо» в составе Андрей Наумкин, фортепиано. Сергей Егоров, гитара. Михаил Букин, бас-гитара. Михаил Жура, ударные. Колыбельная. Музыка Андрея Наумкина, слова Михаила Полицковского. Солистка Елизавета Постоева. «Магия моря». Музыка Андрея Наумкина. Слова Юлии Артюхович.
Елизавета Постоева. А следующую песню Андрей Наумкин написал на замечательные стихи известной волгоградской поэтессы и нашего любимого профессора кафедры Юлии Васильевны Артюхович. Встречайте! Коваленко Виктория. Песня «Бог простит». Музыка Андрея Наумкина. Слова Юлии Артюхович. Собьешься с пути, Бог простит. И случайно собьешься с пути, Бог простит. Будешь биться ты в старом кино, мокрой птицей в чужое окно. Дождь пройдет, и она улетит. Медленно таять, как снег, и уйдешь от меня по весне, и забудешь слова и мотив. Бог прости, будешь жить от звонка до звонка между двух берегов, как река, как прилив в середине пути. Прости.
отзвучишь, как забытый мотив. Бог, прости. И случайно собьешься с пути. Бог, прости. Дождь пройдет, и она улетит. Бог, прости. Дальше в нашем концерте произвучит произведение Андрея Наумкина, отмеченное компетентным жюри на международных джазовых конкурсах в Москве, Казани и Астане. Концертная пьеса номер 8. Музыка Андрея Наумкина исполняет группа «X-Tempo». Солистка Ковалена Виктория.
ваши аплодисменты. Солистка Коваленко Виктория и группа X-Tempo. Андрей Наумкин, фортепиано. Сергей Егоров, гитара. Михаил Букин, бас-гитара. И Михаил Жура, ударные. Не секрет, что в нашем городе главным популяризатором джазового искусства является человек, посвятивший всю жизнь любимому делу. Это руководитель муниципального оркестра «Комбо Джаз Бэнд», заслуженный работник культуры Анатолий Николаевич Воронов. Давайте аплодисменты ему еще раз подарим. На днях в Центральном концертном зале состоялся концерт оркестра «Комбо Джаз Бэнд», посвященный столетию российского джаза, где солировали наши студенты и выпускники. Сегодня прозвучит одно из произведений этого концерта. «Sweet Baby». Музыка Джорджа Дюка исполняет Александр Головин, фортепиано, Михаил Букин, бас-гитара, Михаил Жура, ударный, солистка Анастасия Германова, бэк-вокал, Елизавета Постоева, Фаришта Абдурахманова, Галина Аракелян. Встречайте! The fire is to share, looking through the memories in my mind. Since I cried through, it's over, now I realize I can never fall the love we shared together in life. Cry about it over, now I realize all the love I said together. Вокальный квартет выпускников 2017 года в составе Екатерина Леднева, Михаил Янс, Екатерина Седлецкая и Юлия Наумкина.
«Передай мне джаз». Концертмейстеры Михаил Букин и Михаил Жура. Could go for something nice. Maybe you like this girl's place. I know just around the corner. Sure, sounds good. I prefer something special with a spice. Tell me in, guys, really gotta give up. Right away, right up. With me, I think I wanna have an introduction, but it's not there. An epidemic for the feeling getting tired. Let's spice it up, let's amplify. And I did come for peace and quiet. Heat it up, it's time to try it. Took me on a jazzy diet. I know you got a lot to do, but here is out of pleasure. Enjoy your dinner, say, oh, son, you get up for measure. This night is gonna be a lot of fun. Pass me the jazz. How many are? I wanna get in the groove to the bottom of the beat. So keep in cooking and stop your feet. Pass me the jazz. All that you got. Put temptation in my way with a bottle of blues and a flavor of fun. Pass the jazz. Pass the jazz. Appreciate it, celebrate it, elevate it, syncopate it. Pass me the jazz, all that you got. Put temptation in my way with a bottle of blues and a flavor of fun. I think I wanna have an introduction for the starter. An epidemic for the feeling getting harder. Let's spice it up, let's amplify. And I did come for peace and quiet. Heat it up, it's time to try it. Put me on a jazzy diet. I know we got love to do, but here is such a pleasure. Enjoy your dinner, sing of summer. You get up for measure. This night is gonna be a lot of fun. Pass me the jazz, oh many high. I wanna get in the room to the bottom of the beat. So keep in cooking and stop your feet. Pass me the jazz, all that you got. Pass me the jazz, sure is jazz. Вокальный квартет выпускников 2017 года. Екатерина Леднева, Михаил Янц, Екатерина Седлецкая, Юлия Наумкина. И, конечно же, концертмейстеры Михаил Букин и Михаил Жура. Sweet silver bells all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer. Suyan and all, make it people. Din dong, din dong, then hear the song. Sweet cheerfully, all gathering. One seems to hear words of good cheer from everywhere, feeling the air. All on the prom, praising the sun. All feel the tune, telling the tune. Feeling the rain, while people sing songs of good cheer. Christmas is here, merry, merry Christmas. Humanity is spellbound. Words, position of the beggar and the king. Everybody, every day, you and I, we all can say words. Regard it as a complicated tool, created by man, implicated by mankind. Words, obsession.
nation of the genius and the fool. Everybody, every day, everywhere and every way. Oh, words. Find them, you can use them. Save them, you can hear them. Write them, you can read them. Love them, fear them. Big blues in the cedar, shutting the menstrual again. Cup of joy, get feeding. Head juices, cafe, eat the monsters right away. Благостным лучам, нет.
волшебной любви. Моя душа, согрей ее в ладонях, успокой. Верю я в тебя. Разорвалась золотая нитка. Да успокой меня, да ой, да успокоюсь за рекою, ой, да за рекою. Ты гони еще немножечко по равнинам и да по дорожкам. Я бегу от холода чужого к милому в постой. Забери меня с собой, мне не надо только чего. Ты забери меня с собой, я желаю быть с тобой. Ты лети, лети, голубка,
сердце бьется. Ой, да не на шутку, а как мириться мне с такой болью? Я не знаю, я, увы, не знаю. Ты неси, храни, родная, эту тайну, ночью укрывая. Ой, да не дождусь тебя с хмельною песней у костра в степи. Ты забери меня с собой, мне не надо только чего. Ты забери меня с собой, я желаю быть с тобой. Ты лети, лети, кибиты град от неволи прямо до калитки. Я уйду осеннею порою и не check.
вечно. You can feel it and stay the same. Always say
say you can affect to do. Forget this tattoo. You say true. Please don't blame on. Say everybody else. I think it's time you check yourself. Yeah, I'm inside. Can't you see the wonders of the universe? Oh la 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 la, yeah yeah yeah. Can't you see the wonders of the universe? Pleasure, I ain't going nowhere. Baby, long as you're here, I'll be free.
ежедневно меняется мода, но покуда стоит белый свет, у цыганки со старой колодой хоть один да найдется клиент. В ожидании чудес невозможный постучится хоть кто-нибудь к ней, и раскинет она и разложит благородных своих королей. Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Что сказать, ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Счастье в жизни предскажет гадание и нежданный удар роковой, но казенный здоровою дальней и любовь до доски гробовой. Карты старые лягут, как веяние, на поток с покромой по краям, и цыганка сама вдруг поверит благородным своим королям. Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Что сказать, ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Что сказать, ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, что будет. Очень важная роль, но не так уж она хороша. Почти у каждой роли всегда найдется но, и вы решайте сами, что лучше, а что хуже. Примеривать ароны желающих полно. Thank you.
gotta touch him, football, he gotta mark the finger, shoot a Coca-Cola, he say, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now over me. Tell me that you're doing the wrong. Wanna shock and not alone. Crying, goofing like a man. Throwing rocks to hide your head. You ain't done enough for me. You ain't enough for me. You ain't just good for me. Yeah, yeah. You ain't mentions for me. You ain't just good for me. That one you cook for me. Too bad, too bad. Oh,
and you said we were together. What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shared before? Did you ever stop to notice this crying earth that's weeping joys? So you surpassed me all the stars. And now I don't know where we are. Although I know we drifted far. Ooh.
to be free. Let's go back, let's go back on the baby queen. I didn't even know you, you could be too much for the team. Just now. I know it's a hot trick, said no doctor with the grease. But it don't take too much heart, you see what you do me. You might think, hey, think about what you try to do me, yeah. I think, hey, but you might go let yourself be free. Stars. Try to make other people lose their mind. They try not to like themselves. You better think, think, think about what you try to do to me. Yeah, I think, 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 but you might go let yourself be free. You need me, think, and I need you. Think, we need each other, but nothing else I can do. Город спит, устав от будней и права. Как ресницы снег порошит ставни. Пусть его покой хранит застывший тот солдат, что не наугад сроднился с камнем. Этот город верит в гордый свет имен своих, как Царицын верил Сталинграду. Слава для России, чести павших и живых, к берегам земли. Мир
концерте принимали участие выпускники разных лет: Соловьева Александра, Коваленко Виктория, Наумкина Юлия, Леднева Екатерина, Артур Пак, Екатерина Седлецкая, Михаил Янс, Надежда Курбатова, Елена Усова, Аида Винокурова, Михаил Леонов, Александра Копченко, Арсений Фастов, Ирина Хайрулина, Анастасия Германова, Галина Аракелян, а также студенты Соломея Елуфе, Виктория Каптан, Мария Филиппова, Алина Чернышова, Фаришта Абдурахманова и Елизавета Постоева. Хореографическое и вокальное оформление — студенты специальности музыкальное искусство эстрады. Балетмейстер-постановщик Денис Постоев.